Вот, значит, получила эти комментарии по поводу видео, что я говорю, может, если бы женщины правили миром, да, не было бы войн. Интересно, да или нет? Пишет мужчина. Он считает, значит, что хорошая, говорит, жена дома. Ну, безусловно, у него мнение другое, да? Что бабы не правили. Но пишет, что, что хорошая жена и уютный дом. Самое главное, что нужно человеку. Я ему пишу, человеку, он имеет в виду мужчине. Слышите, называют самое главное, что нужно человеку. Не пишет самое главное, что нужно мужчине. Там, ой, что это у меня? Хорошая жена, уютный дом. Пишет человеку, слышите? Вот, значит, вам бы в Америку, я ему так и написала, вам бы в Америку, вам бы показали, как называть человеком мужчину. Как именовать мужчину человеком. Значит, дело в том, что Америка, вот если подытожить так, женская страна. Ну, нет, не так. Вот наши с вами страны постсоветские, они женские в том плане, что женщин больше по количеству, да? И притом намного очень. Вот. И еще больше женщин по количеству тех, которые нормальные, значит, а мужчин очень много тех, которые, ну, просто никому не нужны, да? Ну, может быть, алкоголиков там больше или как. Хотя этого в Америке тоже хватает, но я, в общем, говорю, что вам такое по-красивому пройти, чтобы вам было интересно, чтобы красиво. Вот. А я говорю, страна женщин, потому что здесь феминизм, он какой-то начался, когда там он в начале 20 века бороться, значит, с ними, как начались бороться за свои права. Как отвоевали, что до сих пор, значит, дело обстоит так, чтобы позвать на свидание, она должна первая. Безусловно, это не совсем так, не на 100%, но если она первая зовет на свидание, либо куда зовет, а куда хотите, в койку там, я там знаю, куда она может вас позвать, то это нормально. Понимаете? Вот. То есть, если вы сидите в баре, и там что-то такое видно, что он один и туда-сюда, то она, если подошла, это нормально. Конечно, у нас в России могут подойти какие-нибудь взбесившиеся девки в шутку там или как, да? Опять ковры здесь такие же, да? Такие же ковры люди. Магазин один и тот же по сетям. Это Home Depot, они одинаковые везде магазины эти. Она... То есть, а здесь нормально, закономерно, понимаете? То есть она, в принципе, должна делать первый шаг, понимаете? Ну вот, ну так вот. Теперь они побаиваются, они боятся того, что если ему не было показано, не было дано знать, дали ему знать, что он нравится или как-то туда-сюда. Ну, смотри, какая ситуация. Конечно, если она сидит на сайте и ждет предложение, и написала, что я такая-то и собираюсь, значит, жениться, обжениться или замуж, или только, вы говорите, жениться или просто так, мужчина, да, спроси. Вот, то это понятно, что она этого ожидает. Но если в какой-то ситуации в такой, то здесь мужчина побоится этого делать. Ну, как побоится, это такие правила, понимаете? Ну, не боятся ни женщины, как что он там шарахается. Нет, конечно, но просто такие правила. Так воспитана со школы, что... Вот какая она там не это самое, но она имеет первое право заявлять о том, что давай, значит, это. Да даже давай просто поболтаем, поговорим, да? Вот, не обязательно, конечно, не в таком строгом таком процентном отношении. Тут там сидит в баре, мужик болтает, скажет здрасте, хелло, ды-ды-ды. Там, ну, в баре, не в баре, ну, представляете. Вот, или там где-то на пляже он может там крикнуть ей. Понятное дело, одни люди, да? Там как вода, холодная или нет, и то. Вот на пляжах мало. Вы знаете, вот на пляжах это уже, по-моему, sexual harassment.
сексуальное домогательство. Честное слово, на пляже нет. Где-то так это вот на веселых делах. Ну, какие-то там вот эти фестивали, это такие тусовки, там, знаете, в парках, где-то там еда с чем-то ду-ду. Вот такое, люди там что-то орут, бесятся, пиво пьют. Где-то там может мужик сказать, что как вы тут себя чувствуете там. Ну, типа, что, если кто-то что-то есть, вы купили это вкусно или нет, он может такое спросить, типа, закинуть удочку. Да, но и она, вот если вот она так спросит, то уже понятно, что с ней можно поболтать, понимаете? Вот так они делают, бабы, что подошла, спросила, что, ой, такая музыка громкая, я, наверное, здесь стоять не буду, ему сказала. Вот он уже может ей сказать, ой, слушайте, да, мне тоже оно может быть... Вот там вот поспокойнее. Я бы сейчас туда отошел, и вы можете туда отойти. Ну, то есть вот. Ну какой-то предлог такой вот самый, что ни на есть, аккуратный, знаете. Вот. Я вам ничего красивого не могу найти здесь. Вот кондиционеры наружу стоят. Вот такие у нас, да? Вот около домов. На пике. Бывает меньше, бывает больше. 6-7 тысяч долларов. Сколько этот стоит, не знаю. Но я говорю примерную цену. Один кондиционер на дом, на двухэтажный, два надо ставить. Или один очень... Нет, два... Нет, да-да-да, два ставят вместе. А датчика... Два ставят вместе внизу и датчика. Два на первом и на втором этаже. Если дом трехэтажный, то может быть три. Там как-то так. Значит, это... Ну, пойдемте сюда. Здесь как-то... И музыка ж, мне надо музыку, потому что забанит YouTube с музыкой. Щетки, девочки, для пыли. Так, значит, вот. Так, насчет равноправия. Вот этими щетками для пыли и мужчина занимается. В Америке тоже. И притом очень усердно. Конечно, не все это любят там. Понятное дело, это надо с ним это проводить определенную работу. То есть брать эту раскатывающую тесто скалку и применять ее, да, девочки, чтобы заставить ему применять вот эти щетки для пыли. Но все равно мужчины это делают. Теперь мужчины меняют памперсы с детьми, возятся очень капитально. Прям как мама. Как мама задницу подтирает, бежит к ним туда-сюда. В мужском туалете есть эти, не во всех, но переделки для детей. Вот эти вот, что я показываю в туалетах для пеленания детей, этот столик, да? Или для привязки их. То есть в туалете для дизабилити это... инвалидов есть, ну, такой стульчик, привязалка, знаете, как в поездах есть такие, да, вот такие вот, присел, да, вроде как в вагоне, в середине вагона, да, вот такие вот, типа, только они с ремнем, и ты его привязываешь малыша, а сама писаешь напротив него, вот так вот, женских, вот мужских не знаю, есть, наверное, есть, но знаю, что пеленалки есть, надо будет у хазбента спросить, я же про мужским туалетом не хожу, девочки, да. Мы же с вами это нормальное, да, девочки? Чё ж мы попремся в мужской туалет? Слышите? Нам и так их хватает без туалета. Ну, так про что я сейчас я эти плафоны посмотрю? Ну, так вот про феминизм-то. Это я вам говорю про знакомство, про всякие дела, что здесь мужчина женщину не трогает. Вот не пристают они на улице, вы понимаете, вот не пристают. Вот молодежь как-то, мне одна девочка говорила, ой, да как тут? Она приехала 2 месяца, здесь была студенточка из этого. Ну, английский еле-еле, да, ну так-то студенточка приехала посмотреть жениха своего. Ну, просто они этот списались. А потом он ей нашел работу. И она говорит, а я пойду работать, денег немножко заработаю, язык подтяну, значит, это. Вот, ну, молодец. Она пошла где-то там это самое, где-то в магазине расставлять, протирать, что-то в этом роде, не помню. Но это не важно, я сейчас в цветы пойду. Я как-то хотела эти холодильники, но холодильники я уже все прошла, да? Ну, в общем, она, да, и она говорит, поскольку она 2 месяца в Америке, она никто, ну, турист, да? То есть она здесь не оформлялась, не жила, ни документ, то есть она, у нее опыта нет совсем, да, американского. Она не видела клерков здесь людей, она не видела в офисах людей совсем, никого, ничего. Вот она говорит, я... Что такое? Вот, а что говорят в Америке, не перестают на улицах, а я иду вот по магазину.
и вижу это самое, значит, это. А я говорю, кто это? Мы сидим на лавочке внутри в магазине. Она говорит, а я вот шла вот по этому магазину. И ко мне вот там-то, вот прямо тут же, вот, ну вот, через полчаса там, когда она шла, ко мне вот этот там что-то не пристал, а комплименты сказал. Ну, а то он не на меня едет. А комплименты сказал. Ну и мы сидим вот это разговором. Я говорю, ой, ну это ты, Юра, молодая, там они еще, ну так, ну игриво там, да. Что-то там сказал, и что-то там еще сказал, или остановил ее, что-то такое в этом роде было. Когда идет он, она говорит, вот этот, отвернулась так и говорит, вот этот пристал. Я смотрю на него, а он этот, не то Мексика-фильм, не то филиппинский киносериал, ну что-то в этом роде. Значит, да. Я говорю, а, так он, говорю, не коренной американец. А я говорю, так его может он, говорю, еще это, разговаривать умеет или нет. Она говорит, да я там не поняла. Ну, она сама плохо по-английски, поэтому там не поймет ни акцента, ничего. Вот. И таким образом. Okay. То есть американский пацан еще и подумает, подойти или нет, понимаете? Поэтому такого... Нет. Есть места для подхода, всякие дискотеки, там бары туда-сюда. Есть молодежные тусовки, они часто собираются, и в этом проблем нет. Вот, чтобы там, а так вот просто идущие, вот здесь вот гуляющие девчонки, подошел вот так вот пацан, ну, не будет такого, я вам говорю точно. Может там хай, там сказать, там привет и все, у них вообще это вот хай, ну, всем говорится. Вот. И также с бабушковой стороны, то есть вам 50, ему там 50, и вот он здесь вот это вот, вы гуляете, здесь ходите, а он подойдет, скажет, здрасте, а можно ли телефончик, да, как в России, ага, ого-го, ага. Я знаю, сейчас телефончики просят, на моем молодости задолбали, не телефончиком, а иногда, а что-то, значит, тебе говорит, ты там или игнорируешь, или скажешь, а нет, или там, да, потом смотришь же, кто, да, обычно же пристают, кто на улицах, да, девочки, те, кто нам не надо. Да чаще всего никому не надо, не только нам, красавицам. 63 года, она красавица, да? Вот, поэтому... А еще скажешь, нет, все, или матом, или тёлка, или перетёлка. Тёлка вообще хорошее слово. Тёлка – это молодая корова, да, девочки? Чего плохого в тёлке? Правда? Ладно, сказал бы, старая корова, 63 года, красавица. А то, главное, тёлка. Ну... А нету такого. Вот это вот за этих тёлок позвонит в полицию, попадёшь в этот, в тюрьму за оскорбление. Не в тюрьму, а ну вот это вот. Как там оно, я не знаю. Ой, бабочка летает. А, не знаю, как называется юридическим этим самым, что... Ну, могут арестовать на пару суток, пока этот деньги вот эти вот не заплатишь, которые... Ой, я забыла, как он называется, этот взнос... $1000 там, например, или кто-то за тебя внесет, кто-то должен внести за тебя, потому что у тебя все карты отбираются, там, по-моему, кто-то должен внести, родственники, и будешь там это, пока не внесут, 2-3 дня сидеть, а еще смотря как, если еще вспомни соединиться с кем-то, с тем, кто за это внесет, особенно если не твоя территория, не твои мама, папа здесь, и вообще они не отъехали ли они куда-нибудь, что с ними не свяжешься, вот. Так что с этим делом строго насчет оскорбления тёлками. Даже тёлками, не говоря уже про другие плохие слова. Это кротун. Вот. Так вот насчет феминизма. А почему отчасти, почему американцы и женятся вот на славянках? Вот все-таки у нас то, что там красивое, то, что ухаживают за собой, да, в основной массе, лучше внешне выглядят, да, все, розочки. Вот это колючий куст. Боже мой, как он колючий, когда вырастает. Ну, красивые меры. Не... Ой, бабочка летает. Ну вот, так это. Розы по... Ой, некоторые завяли уже, смотрите, без водички. Жалко, да? Поникли. Ой, это бозочки. $20-21 розочки. Ну, что-то я хотела уже говорить, забыла. Да, почему они... Отчасти, почему они женятся на славянках? Потому что... наши, ну не то, что мы забитые, нет, мы тоже острые, и бабы проклятющие, это самое,
в половине, в 50%. Ну, я имею в виду проклятущее такое в бытовом отношении, построить мужа там, да, туда-сюда. Это есть. Но у нас все-таки есть то, что, ну, вроде как мужчина главный, а мы нет. Есть такое в менталитете очень сильно, и их не хватает, подлецов. И все мужчины подлецы, бабушка моя говорила. Ну, подлецов не хватает, значит, да, на каждую, это, вот. На каждую бабу проклятущую не хватает подлого мужчины. Что-то в этом роде. Ну, и это самое. И как-то так вот у нас чувствуется все-таки, что мужчина главный. Здесь наоборот. Здесь вот, ну вот поверьте, вот вам, вы даже можете спросить. Вот спросите у блогеров или кто там что-то может вам наболтать. Спросите вот с женщинами здесь, вот как дела обстоят в этом отношении, что... Ну вот они правят. Они правят, я не говорю, что они правят страной там или что. Хотя это в Сенате там во всех этих дел министр обороны, баба, вы по Европе знаете и по... У нас тоже это, кстати, начинается, да? В России тоже. Вот. И по... И по военным, и по парламентам, по сенатам, по мэрам городов, по правительствам. Да, это да, есть. Но я имею в виду у простых людей, вот в отношениях, в домах, в быту, везде. Женщина правит, ну, хозяйством, да, в смысле. Ну, как хозяйство? Ну, ладно, хозяйство не будем трогать, но я имею в виду... приоритетным человеком в семье или в отношениях является женщина. Я вам еще раз говорю, когда дать, сколько дать и кому дать, решает она. Значит, в большинстве случаев, еще раз говорю, потом, потому что я беру американцев не мусульманского происхождения, из Афганистана, понимаете? И такие есть. Вот, я имею в виду белых и черных, да, ну здесь вот родившихся. Да, всех цветных, но здесь родившихся, здесь в школу ходивших, и вообще у них как под копирку характеры, потому что кажется, что они вообще в одной школе учились, в одном городе все. Когда вот их слушаешь, очень похоже. Поэтому и с детьми носятся они, как баба, и завтрак готовит, жарит, парит какой-то яичницы. Но они мало этим занимаются, но они этим мало занимаются из-за того, что не очень хотят. Хотя, смотря какие семьи. В основном завтрак готовят все. Обед вот этот, который ужином является, сходить в ресторан, это да. А так завтрак делают люди в домах. Вот он. Ну и там кофе варят. Ну такое. Потому что, конечно, может быть, она бы и больше его заставила делать. Но я знаю, что он как-то там какие-то стю... Мясное. Стю – это овощное блюдо такое. Они его называют супом, но это не суп. Ложки стоят в этом супе. Например, он не сделает это, да, или ей не нравится, как он это делает. Он барбекю нормально там замаринует, мясо пожарит во всех же во дворах эти машины. Вот. А стю там он не сделает, да. Поэтому она этим верховодит, вот этим вот, ну, например, кормлением семьи в этом отношении, да. Вот. А так, вообще-то, здесь женщины правят. И еще, я вам говорила 100 раз, побила она его вот той каталкой, воспитывала, он не подчиняется, да, но применила такой удар, который, значит, это, скалка для раскатывания теста. Применила удар запрещенный, и, значит, это, он взял и в ответку ей дал. Она вызывает полицию, арестует его. Вот, понимаете, вот будет он... побитый, да. Потом на суде будут выяснять, что она рубанула его вот шрам. Кто-то там этот шрам видел или не видел. Или там это самое. Ага. А он что, вот, ну вот, в любом случае он виноват. А если безо всяких кровяных дел, а просто оскорбление человека и даже изнасилование жены. За изнасилование жены можно сесть. Понимаете? Мальчики, слышите меня? Значит, вот это вот очень хотение, оно превращается в тюремный срок. Я вам еще раз говорю, вот это вот с этим, с окаянным отростком со своим в Америке надо бороться мужчинам. Понимаете? Надо как-то этот окаянный отросток, не знаю, медицинским путем что-то с ним делать, не знаю. Вот, пройду я здесь. Ну,
так это самое. И такие случаи были и повсеместно, и вообще. И даже вот он, они встречаются или живут давно как гражданским браком. Считается уже почти семья, да? И она подала, что он меня домогается, он меня унижает этим, именно в сексуальном отношении. Ну, в плане в том, что домогается, она не хочет, а он хочет. Вот подаст в эту... А если он еще там оскорбляет, орет агрессивно, разбил чашку, тарелку, или она ее разбила, скажет, он меня толкнул, понимаете? Когда полиция приарестует его, очень... Другими словами, закон очень стоит за женщин, очень за женщин. И почему? Она слабый пол, она не может так его, это же я утрированно говорю, скалкой до крови разбить человеку голову. Это же такое уж мало, редко бывает, да? Вот, ну, во всяком случае, он сильнее, он это самое. А мало ли что, что она баба проклятущая и визжит, как сумасшедшая, как резаная свинья. И он, надоело ему слушать, и он ее толкнул. Она там, значит, это села, и у нее этот синяк на локте, значит, будет через 3 дня еще его, да, или когда там его увидеть, этот синяк придется. Сможете. Вот, и... Тем не менее, он виноват. Вот он сильнее, понимаете? Он сильнее, потому что если разразится какая-то буря дальше между ними, то уже будет это уже серьезно увечье, там, а может быть и убийство женщины, потому что все-таки он сильнее. Поэтому закон стоит на стороне женщин. Это, я говорю, такие крайне страшные случаи, да? Вот ссор в семье или там между людьми, между ею и им, да? А просто что... Он меня материт, он меня ругал и сказал, уходи, что это его дом там, ну, например, или как-то. А все равно приедет полиция, и не то, что они там будут его арестовывать, не за что, да, но все равно, я уверена, я уверяю вас, что он в следующий раз подумает, сказать это или нет, понимаете? Вот, а второй раз произойдет, то есть регистрация этих всех вызовов. Дело плохое. Опять жаровни смотрим эти, да? Только в другом магазине. На улице жаровни. Не жаровни, это для красоты. Огонечек посмотреть. 149, 99, 119 и 199. Огонечек посмотреть. Вот. И... Вот. И... Ну, в общем, вот таким образом. Вот таким образом. Поэтому ничего, вот очень большие различия в этом отношении с нашими СССРовскими странами, я вас уверяю. Потому что у нас полиция приезжает, семейные дела стараются не влазить, да? Что вас еще не убили, ну все, значит, не избили, значит, ну и все. Здесь поругались, орали туда-сюда, есть свидетели, нет свидетелей. Плохо ему придется, понимаете, вот так вот. А то, что она верещала, еще раз говорю, как это самое, которую на этот, на Рождество пытаются зарезать. А вот до этого на него и вывела его из себя. И он там начал мотать руками, орать и что-то там покрушил, какую-то тарелку с чашкой. Значит, будет ему плохо, понимаете, вот в чем дело. Но все-таки вот на стороне женщины стоят. Считается, что ты мужик, выдерживай ее крики, бабы проклятущие. Значит, если ты не выдерживаешь, значит, знай, что закон будет на ее стороне. Вот так вот. Вот, поэтому феминизм здесь, процветает во всем. Почему они женятся на этих славянках? Отчасти, говорю, не обязательно. Они бы женились больше, может быть, на каких-то этих, у которых в носу серьга, в ушах серьга, в попе серьга, полуголые, танцуют вокруг костра, и пятая жена у мужа. Может быть, на тех бы они женились, да, например. Но, тем не менее, на наших, потому что это белая раса, образованная, Но еще отчасти, потому что не такие... Я уже заходилась, аж это, задохнулась вам рассказывать. Не такие наши самоуверенные, не такие они знающие себе цену, не такие они нос задирающие. Хотя кому там задирать, да? Очень много американок, которые
ну, внешне нашим подметки не годятся, да, особенно когда оденутся. Вы понимаете, может, ночью они ничего, когда умытая, наша умытая, голая, и та голая, а может, одинаково. Ну, как оденутся, это все. Это не для привлечения мужчины, а наоборот, их толкнуть, честное слово. Но так опять эта раковина к тому же и пришла. Вот, поэтому, ну, как-то вот, ну, вот так здесь, если вы меня поняли, о чем я, про что я. Двери. Всякие зеркальные, раздвижные, передвижные. Вот, ну, в общем, вот такие дела, девочки, мальчики. Так что здесь мужчинам поосторожней. Понятно? Здесь поосторожней. Ну, здесь кто прожил долго, они это знают, что нельзя. Тем более, ну, наша, может, это поймет как-то, знаете, этот его раздрай. Там пьяные крики, дикие выкрики туда-сюда. Наша еще поймет. Американка может сдать раз, два, три, и все. А в следующий раз сядет надолго, понимаете? А еще женщин здесь меньше. Ну и потом поди найди. Найдешь. Так, смотря что. Не так ли? Вот. Еще и этим берется, что все-таки у нас борьба самок в некотором отношении в наших странах СССРовских. Борьба самок за самца. Ну, не наоборот. Понимаете, наоборот должно быть, да? В природе тогда, у животных, у птиц. У нас борьба самок за самца. Нет, здесь борьба самцов за самку. Но это не всегда, что он прямо, если они борются, значит, они прямо жениться на тебе, свои деньги свои отписывать тебе, эти самые, сыпать на тебя 100-долларовыми бумажками. А ты их ловишь, складываешь. Совсем не в этом отношении, но я имею в виду, что отношения между мужчиной и женщиной здесь наших меньше, девочки, наших меньше, поняли? Поэтому очень часто здесь можно видеть семьи, которые, мальчики, в ваш отдел захожу, внимание, то все ходило по цветочкам. Часто можно видеть пары, которые мужчина нормальный, она вообще, я не знаю, где ее взяли. Вот, очень часто. Так что только, ну вот, а бы расчесалась, понимаете, когда встала утром, и пижамные штаны одела, все, пошла. А он идет вроде как, ну, футболка, шорты, потому что это у нас этот, Флорида, так, она не удосужилась даже шорты купить, те, которые ей по размеру подходят. Вот, поэтому вот так вот. Очень они гордые такие, бабы, я про женщин. Гордые такие, независимые, они такие вот, ну, чувство справедливости, да, вот это вот у нее выступать. Они все здесь такие, даже учат в школе, спич вот этот вот, ну, спич в классе, то есть свое мнение про то-то произведение. У нас произведение, как сказали, что этот, я все время привожу в пример, Печорин. Это этот, который, по-моему, Кобель, а по мнению литературоведа, вон этот, сейчас скажу, революционер, слышите? Нам учительница, я писала, вот Валентина Ивановна, здрасте, слышите, вот прямо это. Печорин трахнул Мэри, трахнул Беллу, революционер, понимаете? Ну, вот такая она, отросток, это у него человек с ружьем. Революционер с ружьем, с окаянным отростком. Где он там революционер, блин, пообманул людей, это самое, там не такой был, мнение другое у него было, туда-сюда. Да факты надо смотреть. Конечно, у Мэри жалко, понимаете? Вот, Беллу даже не так, потому что у Беллы менталитет не тот. У Беллы менталитет как раз тот, который сегодня молчи, будешь пятой, если повезет, ну. Жену я имею в виду пятой. Вот, так что вот такие дела, мальчики, непросто. Да, спич же вот этот, про спич, спич это речь, да, спич. И в школе у них, значит, что очень, значит, спич, надо сказать свое мнение про то произведение или про тот поступок, свое мнение. Даже если ты скажешь, что
Печорин вообще идиот, его надо исключить, это произведение из школы, это будет твое мнение. Вот, вот она ученица, вот это примерно. Она, конечно, подумает, что, боже, какой ученик придурастый. Ну, это ж великий Лермонтов, да, например. Но она, да, это его мнение. Вот, вот такое вот у них, понимаете. Поэтому они любят так это выступать, отстаивать, мужики и бабы. Ну, а бабы насчет того, что поскольку они говорливые и любители потрепаться и повыступать, и скалкой помахать, да, так вот ей дай в руки, она так это машет ею, то, ну, по своей природе женщины, да, болтливые, все. Поэтому они очень любят вот это выступать, так это утверждать, что-то туда-сюда. Наши нет, наши, вот наших сравнить вроде бы, да, ну, ментально женщины любят поболтать, но все равно наши будут болтать что-то там про... Ну, что такое-то, это за тряпки, за шмотки, за то все. Ну, вот именно выступления такие, которые какие-то, ну, по своему утверждению я, знаете, вот именно, ну, чтобы себя возвысить, чтобы как-то там в чем-то разобраться, даже если эти неправы, значит, мое мнение, пожалуйста, принимайте. Вот такое вот у них это есть. И это везде это чувствуется. Вот такие дела, мальчики, девочки. Так что welcome, welcome to United States of America. Приезжайте. И это, и женитесь на американке, мальчики. И флаг вам в руки, мальчики. Вот. Ну, посмотрим на вас, мальчики. Если найдете что-то из других национальностей, это вам еще ладно. Но попробуйте ту, которая взрослена здесь, американку, под себя это самое. Я еще посмотрю. Очень много женщин разведенных, даже на этой почве, что, значит, дрессировке не поддается муж, да? Не поддается дрессировке. Что с ним сделать? Ну, значит, надо разводиться. Вот. Другого найдем. Часто живут одни, любовники, не любовники, бойфренды, но это... Вот. Это она так убедительно вам утверждает. А могла бы переехать вас вот этим железным колесиком. Поняли? Ей за это ничего не будет, потому что феминизм. Ну, я, конечно, утрированно это говорю, но поняли меня. Колесики. Переезжающие хазбента. Смотрите, как вот это хороший. Под ней, туда подсунется и любой полноты хазбент. Да, вниз. Хорошее колесико такое, крепкое, большое, диаметр хороший. До свидания, господа. Желаю вам жить в мире, не быть бабами проклятущими и мужиками плохими. До свидания.